смотри, как он кривой. Пипец он кривой, конечно. Особенно то колесо, смотри, как кривое. Ага. Ну это от того, что подвеска передняя не штатная. Да, это уже видок переделал. Получился вот такой вот кошмар. Ром у нас теперь законсервирован. Я там не красил, потому что там номер, ну его нахрен. Ну правильно, да. Теперь грозно смотрится. Оп, надо придумать штатное место для него. Сейчас, погодь. Ну что, скажи всем пока.